Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Saat ini, Hamzat bisa dibilang menjadi salah satu bintang terbesar bagi UFC. Semua itu karena Hamzat mampu memadukan arogansi Conor McGregor dan dominasi Khabib Nurmagomedov. Dua bintang terbesar UFC disatukan dalam satu sosok. Namun, kita hanya bisa melihat Hamzat dari penampilannya di dalam oktagon saja. Secara personal, tidak banyak yang bisa kita tahu dari sosok Hamzat ini. Mengingat Hamzat jarang sekali terbuka dalam interview, dan itu pun Hamzat masih sulit mengekspresikan dirinya karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang masih kurang. Namun akhirnya minggu lalu, Adam Zubairaev yang memang bersahabat dekat dengan Hamzat berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Hamzat melalui podcastnya Hustle MMA. Dan dari video yang berdurasi 1,5 jam itu, penonton dibawa untuk mengenal sosok Hamzat lebih dalam. Mulai dari pandangannya terhadap olahraga ini, alasannya sulit diwawancara, faktor idolanya, alasan ia terjun ke dunia MMA, hingga pesan-pesan bagi anak-anak muda yang baru memulai MMA. Mengingat langkahnya interview ini, gue langsung minta izin sama Hustle MMA untuk menggunakan beberapa klip podcastnya agar bisa gue bagikan pada brother sekalian. Shout out untuk Hustle MMA. Spasiba. Tapi buat brother-brother yang mau langsung nonton video aslinya aja, link video ada di kolom description ya. Tanpa basa-basi, ini dia klip perbincangan Hamzat bersama Adam Zubairaev, Zaur Baitsaev, dan Pavel Dedishev. А насчет вот камер, что вот все вот это все возле тебя крутится, все тебя снимают, все о тебе говорят, это не сбивает? Нет, не сбивает. Ну что, все, по-любому все узнают, какой я человек есть, и не хочу людям довести, что я неплохой человек в жизни и только в клетке плохой. Камеры мне не мешают. И камеры делают тебя медийным человеком, потом ты этим и зарабатываешь, ну, живешь все по кайфу. Ну, это хорошо, что ты понимаешь на самом деле. Да. Есть очень скромные бойцы, которые просто неохотно ничего делать. Понимаешь, вот здесь уже беда. Да, к шоу талант точно есть. Да. Ну, ты же это с пониманием делаешь? Ну, то, что конечно, конечно. Ну, в первую очередь, это не только там бои, мордобой, все, это еще бизнес. Ну, бизнес, когда я говорю зарабатывать, я не для себя так хочу заработать там кучу бабла, как Макгрегор там на яхтах, там все такое. Если друг предложит, у него яхта будет, я покатаюсь, я не откажусь, но сам не буду таким богатым деньгами раскидываться. Если заработаю большие деньги, буду помогать, благотворить, что нам хорошее сделать, чтобы меня тоже запомнили, как Али. Мы когда-нибудь увидим, как ты думаешь, какой-то трехраундовый бой, я не знаю, ну хотя бы двух? Ну, я с радостью по 5 раундов подрался бы. Каждый раз я выхожу на бои, там, что думаю, что вот этот бой даст мне. Надеюсь, вот этот даст мне. Хочется, мне тоже хочется. Это не так, вы смотрите, а, быстро зашло, 17 секунд, 3 минуты, там, 2 минуты. Мне самому хочется увидеть себя поздних раундов, уставший или, не знаю, там, в крови и все такое. Как я, когда смотришь хайлайты других бойцов, это Гейджи, это чувак, короче. Чендлер. Да, Чендлер. Подрались, после хайлайта видел, да, хочется, да, зарубиться с кем-то. Ну, как-никак, надо быть умным тоже. Не надо там, как они себя калечить. Оба борца или того уровня, никто борьбу не использует. Я еще свою башку хочу сохранить тоже. Но у тебя если же... можно выиграть его там легким путем, так почему бы нет? Еще сделаешь зрелище, там, поговорил с Даной, еще затащил его в угол там. Но у тебя в моменте пришла эта мысль в голову, ну вот, или у тебя был задуман прикол? Если не, что, у меня вообще, ничего не бывает у меня там в боях вообще не задуман. И в интервью каждый раз прихожу, давайте сделаем, зачем мне вопросы читать вообще, то будет, и, ну, ситуация. Я верующий человек, то, что Всевышний сделает, я буду согласен, что поделать. Что плохое случится, то и случится, если хорошее случится, и так пошел, короче. Мне вот интересно просто узнать, я так от Адама в двух словах понял, само начало, то есть ты в Швеции пришел в тот клуб, тебя там пацаны поддержали, взяли тренироваться, и там уже пошло дело до UFC через Густавсона, это, или нет? Не, как вообще в целом ты попал не, в шведский зал и потом в UFC? Ну,
чувствовался на него перед боем, они приходили, этот МБД там снимают все. Про меня уже после моего первого боя в профессионал уже они и все знали, кто я такой. И, ну, они говорят, еще бой. Вот 6 боев сделал, потом дали. Ну, когда уже 5-0 был, мне предложение сделали пару раз, и я не смог из-за брейва, там у меня был контракт. И потом они меня отпустили и закинулся, smash everybody сделал. Слушай, ну вот ты же даже до своего первого боя, как я знаю, был спарринг-партнером Густавсона. То есть у тебя не было рекорда официально, но ты уже с ним тренировался. Это вот тебе помогло вообще, вот как бойцу? Конечно, я вырос, можно сказать, стал бойцом. Алекс повлиял, да? Да, конечно. Ударка и борьба, если много чего научился. Он хорошо борется. Ну, он боксер сам, и неплохо борется. Плакович, он повалил там сколько там рекорд там, локтями поставил, не знаю, что-то там 100 локтей. По башке ему дал что-то такое. И Тейшейру он выиграл? Тейшейру тоже нокаутировал. Ну, он один из самых сложных боев Джонсу дал тоже тогда. Когда на пике они оба были. А разница в весе не чувствовалась у вас? Ты же гораздо... Я с моего веса пацаны со мной редко спарринг делают. А все мои спарринг-партнеры это побольше, чем я. Но сейчас, к сожалению, там и лежа, и не так уж... Много бывает, но сейчас, не знаю, бизнес, что туда. И Алекс, и у него свои дела. Тренировки проходит он, но не так часто. И новенькие ребята хорошие, там в Чечне один Абдулла, и там один парень Рафаэл, тоже большие ребята, 84 выступает, 93. Молодые хотят чего-то показать, со мной всегда соревнуются. Ну, так и растем. Я вырос на Алексе, сейчас им надо на мне что-то добиться. Вот сегодня как раз же новость прошла, что с Гилбертом Бернсом. Слушай, что там? Не знаю, ведут, я не особо в курсе в этом, но я с радостью хотел бы подраться и посмотрим. Менеджер Али, посмотрим, если Али скажет ему... Ну, сам боец, я не думаю, что он задний даст, там я буду менеджер, там, думаю, роль играет. Ну, Али понимает, какой я и какой он. И... Ну, смешной был комментарий, что под этим постом оставили... Ну, Али дал комментарий, что, типа, он не хочет, чтобы Бернс подрался с Хамзатом. И один говорит, ну, я когда был Хамзат твой, ты хотел, чтобы он со всеми дрался. То есть, вы понимаете, да, какая игра здесь? Тебе вообще же без разницы, с кем драться, да? Ты все называешь. Если хочешь быть лучшим бойцом в мире, независимо от весовой категории, надо драться со всеми. Не надо просто говорить, а я лучше в одном весе или что-то такое. Мне без разницы. Я после этого пойду. У меня планы есть 84, если получится, и 93 подеремся, посмотрим. У меня я рост высокий. Я стоял рядом с Блаковичем, это Тишери. Мы одного роста. Мощь набрать можно все. Там железо, не железо. Я если чуть отдохну, я могу 95 весить. Я тренировал. Ну, я толстым не бываю, мышцы набираю. Проблем не будет там выступать в разных весах. Ну вот ты когда два боя на бойцовском острове провел, ты быстро... Ты же второй бой, получается, в полусреднем провел? Ты быстро согнал. Ты что, около 7-8 килограмм, нет? За... 13 за неделю. 13? Ага. А тебя же даже отговаривали, что не принять этот бой, как я знаю, да? Тренера говорили тебе... Нет, сперва сказали, короче, да, иди спать, не будешь ты драться. Я как не буду, я сказал, буду драться, короче. Он говорит, не будешь драться, короче. Хорошо, давай, да, долго, я спать пойду, короче. Покушал торта и пошел спать. И на второй день, когда 5 дней осталось до боя, это даже неделю у меня было, 13 килограмм, 5 дней осталось у меня. И приходят, давай утром стучат, короче, мы историю сделаем. Какую историю сделаем? Сейчас не говорю, то ничего не будет. Бой дали, говорят. Ну, давай тогда бой сделаем. Ну, вес согнали, и все сделали. И его сделали сейчас.
Ну, это в историю реально вошло. Это историю UFC. Слушай, да. Да, мне это не особо история. Там, что там было, два пацана и побил. Это история, через день, каждый день там на улице Чечне там драки бывали у нас. Истории создавали сами себе на улице. А какой-то уличный рекорд какой-то. Вот это интересно. Тоже ноль? Ладно, вторая тоже ноль. Ну, никогда боялся, кто драки не проигрывал. Слава богу, сейчас ну, пока что нет. С характером точно не проиграл. Ну, я дрался с пацанами. Ну, в UFC игре я тебя выиграю точно. Один помню, сейчас до сих пор знаю этого пацана, ну, сейчас дружим. Он в 11 классе, я в 5 классе, я вообще малой был. И он, я, ну, он телом небольшой, чуть, ну, больше, чем я, по-любому, был. Я в школу, ну, не помню, что, разборка, я говорю, давай, за два пойдем туда-сюда. И пошли, он как меня начал кидать направо-налево, большой, ну, где-то 10 минут так, он потом устал, я его начал бить. Возвращаясь к Бернсу, он удобный для тебя соперник, как ты думаешь? Да, конечно, удобный, он маленький, небольшой, я перебоксирую. То, а если он захочет перевести на низ? Какой перевести? Он, ну, мысли нет меня перевести. Борца джиу-джитсу переводит, это совсем непонятная штука. Не думаю, что он меня... Кого он последний раз перевел вообще? Ну, он, да, обычно вот просто спросил. А вот из всех... Борца из UFC перевести хочет. Но он же сам неплохой джитсер. Ну, джитсер, это борьба совсем другая. Джитсер там на полу, а полу туда дойти еще надо. То есть борьба на самом деле, да, по уровню выше, ты считаешь? Ну, на в партере, когда лежишь, джитсер это хорошая вещь. Я уважаю всех, джитсер мой тренер десятикратный. Если бы он, я не мог бы, это совмещено все. Ну, в ММА борьба очень большую роль играет, потому что ты выбираешь, где тебе драться. Да. Можешь валить человека или можешь в тойке драться. Ну, ему как будто бы вообще невыгодно драться с Хамзатом, потому что он на второй позиции, ну, Хамзат вот всех... Вот это раз... Али хочет, наверное, по-моему, донести, что невыгодно туда-сюда. Ну, посмотрим. Ему? Да, я 10 номер, он 3-й, 2-й, не знаю. 2-й. И выгодно, невыгодно, да, ну, по-любому доберусь до него и до всех. Я уже стучу в каждую дверь. Всем вызов кидаю право налево, никто не отвечает, не знаю. В интернете отвечают, что-то UFC не отвечают они. В интернете я не боюсь, я не тот, я такой, короче. Ну, Нил Магни до этого говорил, что... Ну, ты понимаешь. Ну, сравни, Нил Магни такой... Он с этим и китайцем decision сделал бы, а я что с ним сделал? Я скушал его. Вот, мне интересно, давай вот выберем. Леон Эдвардс, Нейт Диас, Масвидаль, Бернс. Вот из этой четверки с кем бы ты больше всего хотел подраться? Эдвардс, конечно. Потому что незаконченное дело? Угу. Ну, не закончено, как сказать. Он у нас в зале был, я спарринг хотел с ним сделать, он убежал оттуда, и потом... Это когда было? Это когда я вообще в UFC не был, я предложил спарринг, он не сделал со мной спарринг даже. И он тогда сказал, что в будущем увидимся, может быть, там что-то такое сказал. Ну, когда первый раз назначили, у него что-то корона случилась, потом со мной вообще каша получилась там. Да, и я помню. Сейчас мы вернулись, я ему бы забросил, он, короче, с Усманом что-то хочет. А Усман полгода или там 6 месяцев, 7 месяцев не будет драться, и Эдвардс будет сидеть, я не думаю, не знаю. Что-то он тоже странный чувак. Если хочешь зарабатывать и быть лучшим, да, надо со всеми драться. Я не буду для кого-то там за пояс драться год, чтобы мне дадут. А еще год пройдет, и потом он травмируется, еще год пройдет. Зачем? Ну, используй момент, пока молодой, будешь драться, зарабатывать. Делай свое дело, будь лучшим в своем деле. Кстати, у вас же вот на том турнире 9 бойцов из России было. Ты, может, с кем-то был знаком, с кем-то нет, с кем-то познакомился из ребят?
Альбертом, его очень близкие. Да, Альберт. Братья из Зубайрая, знаю, хороший парень там. Еще Ислам там тоже знаком, салам кидали, по-моему, после боя я его поздравил. Ну, смешно все было, наши что ты... дагестанские ребята были, там чеченцы, наши двое пацанов тоже. Ну, все свои, там, атмосфера своя была. А Ян, ты знаком с Петей? Да, Петя хороший, он вообще машина. Ну, так близко не знаком, и пару раз виделись там, переходили там. Нормально. Волков еще там, я подшутил там за тобой, пришел. Да, да. Два метра, и вот за ним гоняться еще. А много тебя зовут сейчас вот, по всякие издания, шоу, интервью? Да, много зовут, но ради Адама пришел. Класс, вот это все, пускай журналисты это вырежут и все. Слушай, я даже знаю, что ты не пошел к Майк Тайсону, когда он тебя... Ну, мне Али сказал, что Майк Тайсон хочет там что-то было. Ну, не пошел, не было такого желания большого. Как боец, спортсмен, но очень мне нравится то, что много чего с ним случилось, и это тоже не нравится. Не знаю, то насилие, то таблетки, то марихуана, то мусульман, то не мусульман, непонятно. Но все равно я уважаю его. Как бойца. И как бойца, и как человек, может, много чего прошел, и из-за этого человек сломался, много чего плохого сделал, может, я не знаю. И никто не знает, что со мной случится. И с каждым человеком может случиться. У некоторых людей бывает там хороший, там порядочный человек, раз и что-то случилось, и в психушке оказался, можно сказать. Ну вот Фергюсон, да, у него такая была проблема. Никого судить не буду, ну просто не захотелось поехать. Ну вы как будто бы похожи, как по духу бойца. Вот у него тоже инстинкт убийцы. Да, да, он есть. Он говорит, байк, что он да. боялся перед боями. Я не боюсь. Вот это большая разница. Ну, как боец он, как боксер, он намного выше, чем я был, ну, легендой своего бокса. А я почти новичок пока. Сейчас доказать надо, легенда, не легенда, не знаю. Ну, что-то заработаем, сделаем. Вот если в те годы ММА был бы известный вид спорта, интересно, да, было бы на них посмотреть? Вот тех известных боксеров, как они бы ММА подрались именно. Ну, да. Кто бы, как вы думаете? Карелина и Тайсона хотелось бы увидеть. Как? Карелин и Тайсон. Ну, Карелина вот. Я думаю, Карелин выиграл бы. Ну, я так считаю. Потому что Карелин такой шикарный. Слушай, Карелин, да. А кто какой еще бой может? У меня большой фанат Карелина, честно. Он такой, ну, в борьбе, можно сказать, бой сердца, это и он. То, что они добились, никто не добивался. Хотелось бы от тебя услышать, вот, топ-3 бойца из России для тебя, кто выступает в UFC, да? Действующих бойцов. Это никому не секрет. Петр Ян, Ислам Махачев и кто еще там? Кто из России еще? Тогда... Забит. Забит. Да. Вот три бойца. Но Забит давно не дрался, кстати. Ну, все равно топ вообще, да. По-моему. А ты с ним знаком? Не знаком. Его с друзьями знаком, но его не... Имеется в виду, вот тебе стилистически нравится, как он вот дерется именно? Кому не нравятся такие вертушки, братан, как Джет Ли, вам иногда не кидается. Вспоминаешь сразу Брус Ли и что-то такое. Ну, это красиво. У нас тоже один парень с Дагестана, с ихней школы, с Пятером Света сейчас тренируется. Абдурахман. Да, вот тоже такой стиль, да, на камере вертушки. Ты один ловкий ему дашь, он тебе 5 сразу обратно. Да, кстати, я следил за Абдурахманом. Мне кажется, скоро... Это просто вот недавно сказал главный тренер в зале American Top Team, что ты мусульманский Конор Макгрегор. Я мусульманский Хамзат Чимаев, брат. Это как бы сказал православный мусульманин. Чего это такое вообще сказал? Я Хамзат. Я стремлюсь быть Хамзатом. Кем другим, Конором или Хабибом, как меня называют, 2-1-3, не знаю, что-то такое. Ну вот они говорят, что ты взял чуть-чуть здесь. Техникам, можно сказать, я смотрел, конечно, не секрет, я
интервью говорю, я смотрел Хабиба бои, смотрел, изучал, что, чему. И смотрел Конора, там, многих бойцов, смотрел всех, говорю, топовые бойцы, которые лучшие из лучших, я всех проверяю, пытаюсь учиться чему-то, что они, как тренируются, как они думают и все такое. Ну, как человек, я никогда не стремился быть кем-то другим. Я хочу всегда быть самим собой. И надо стремиться быть самим собой, только так получится что-то свое, знаешь, вытащить из себя. Будешь смотреть на другого, будешь прыгать, как Конор Макгрегор, наколки сделаешь, ты не станешь Конором. А вот последняя история с Конором, вот что-то он сдал слишком, тебе не кажется? И он, два его проигрыша. Конечно, что сдал, с ним случилось? Когда человек проигрывает, дал. Я не знаю, если человек стал как двухвесовых чемпионов, был номер один, по-моему, деньги есть, все есть, не знаю, чем он, зачем ему хитряться. Мотивация пропала. Скорее всего, да, я не знаю. Ну, спортивная мотивация, это не из-за того, денег пропадает, это совсем другое. Может, устаешь от медиа, от всех, не знаю. Пока что у меня нету такого, когда придет, посмотрим, что будет. Это был шоу уже, можно, да. На месте Конора, да? Ну, да. Не знаю, что получилось, но, то факт, что он был бойцом хорошим. Двухвесовых чемпионов UFC стать, это тебе не на улице там алкашек побить. Хамзат, вот что бы ты посоветовал и сказал бы тем молодым ребятам, которые только начинают и смотрят на тебя, которые вот видят твои бои и хотят быть вот как Хамзат Чимаев? Ну, кто же что говорил, не будьте Хамзатом Чимаевым, будьте самим собой. Надо пахать, умирать в зале, чтобы других убивать. Вот это, что я пытаюсь всем донести, всем ребятам, которые молодым приходят в зал. У меня сегодня спина болит, у меня колено болит, у меня палец болит. Один что, ногти это близко, а утром тренировку пропустил. Я говорю, ты что, если у тебя там травма получит, ты вообще месяц отдохнешь. Даже тупо же, да, нога чуть больше сделал уже. Не надо останавливаться за этих мелких там. Мелкие травмы всегда будут. У меня спина болит, то болит. У меня колено болит один день, другой день, рука болит. Но все равно можешь через эту боль пройти. Всегда будет, если таким спортом занимаешься, всегда будет что-то болеть. И всегда будешь что-то терять. Это такой спорт. И если каждый... Да, знаменитым становишься, друзей теряешь, это теряешь, но чего-то всякое, много чего бывает. Ну, надо стремиться к лучшему, надо заставлять себя работать и добиться чего-то и ради своей семьи, и ради чего-то. Сам за себя человек не думаю, что может высоких успехов добиться. Ну, все пацаны, 99% те в ММА занимаются же. Не богатеньким родился, я не богатеньким родился. Надо было всегда что-то зарабатывать. И никто там, вот так, возьми, бери, что-то не давали. И сам не стремился, что мне так давали. Ну. И всегда работали брат, я. Ну, пораньше надо было взрослеть, когда переехали. Все. Работать, зарабатывать, жить. И ради своей семьи бывает там. Я в интервью первый бой, по-моему, когда выиграл, говорил, что у меня тетя умерла, и у него дочка осталась. И пока, ну, перед тем, когда я уехал, перед тем, что она умерла, она говорит такая, хочу сказать, что ты про мою, ну, дочку, короче, посмотрел, как свою родную сестру. Я говорю, она же моя родная сестра, как ты что говоришь там туда. Я сказал, обещал ей, типа, я сейчас заработаю деньги, подожди, и все, сделаем операцию, все такое. Там корона, когда началась, это там даже помочь не вариант было, не со стороны выехать, там все такое. Ну, все случается по воле Всевышнего, это тоже я понимаю. Ну, все равно обидно было, что у меня не было таких денег, чтобы просто показать до этого, чтобы показать, что я могу чего-то. Чтобы такие моменты себе не позволить, надо работать.
работать до упада. Все равно умрешь, что-то сделал для своих любимых людей. Вот этого я и добиваюсь. Люди там могут меня хейтить, там что-то мне плохое что-то говорить. Но сейчас я недавно к маме поехал, там, что она хотела, то и купил. Это и есть такое, так, радость. Маме что самое святое, что это мама на земле ходит. Вот это для нее все сделать, я каждого рвать и убивать, и кушать я буду. Так. Извините, это же... брат, что я такую смешную задавал.